16 декабря, 19.00, в прямом эфире программа «Петербург против коронавируса». До 40% заразившихся коронавирусом переносят болезнь бессимптомно, при этом представляют серьезную угрозу для других людей. Мне не безразлично здоровье окружающих, поэтому в общественных местах я ношу маску и снимаю ее только на время выпуска, когда рядом со мной никого нет. В студии Ирина Степанова. Здравствуйте. Сегодня будем говорить о вакцинации от COVID-19. Кто в первую очередь имеет право на такую прививку? И когда вакцина от COVID станет общедоступной? Эти и другие вопросы обсудим сегодня с нашими экспертами, но в начале сводка дня. Итак, за минувшие сутки в России зафиксировано 28 552 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3 757 в Петербурге. Выздоровели 3 050 петербуржцев. Скончались 84 пациента. За день на коронавирус в нашем городе проверили более 40,5 тысяч человек. Итак, в Петербурге началась плановая вакцинация от коронавируса. А кто в первую очередь имеет право на такую прививку? Будут ли делать тест на антитела желающим привиться? И когда вакцина от COVID станет общедоступной? Эти и другие вопросы обсудим с нашими экспертами сегодня на связи со студией. Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Дмитрий Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер. И врач-аллерголог, иммунолог городской больницы номер 40 Ольга Архипова. Ольга Сергеевна, также рада вас приветствовать. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые гости. Ну что ж, связь установлена. Уважаемые телезрители, ваши вопросы ждем по телефонам прямого эфира, а также в нашей официальной группе телеканала «Санкт-Петербург» ВКонтакте. Все эфирные координаты сейчас на ваших экранах. Ну и, Дмитрий Геннадьевич, прежде чем перейти к ключевой теме разговора, давайте все-таки вообще обрисуем ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге. Что кроется вот за теми сухими цифрами, которые я озвучила в сводке дня? Сколько ежедневно сейчас госпитализируется пациентов с COVID? И остались ли вообще в городе еще свободные койки? Порядка 900 пациентов госпитализируются в среднем ежедневно на текущей неделе, хотя цифры были и выше, более 1000 пациентов в понедельник. Естественно, места свободные еще есть, порядка 4% ежедневно. Обеспечивается это за счет в том числе выписки, или прежде всего выписки. Но кроме того, не на полную мощность еще использован ресурс нашего временного госпиталя Ленэкспо, поэтому места для госпитализации пациентов имеются. В достаточном количестве, естественно, и аппаратов искусственной вентиляции легких. Ну, собственно, мы не раз говорили о том, что заболевшие коронавирусной инфекцией, находящиеся в том числе в тяжелом состоянии, требуют искусственной вентиляции легких, я имею в виду прежде всего инвазивную вентиляцию легких, в совсем небольшом числе случаев, поэтому всей техники у нас достаточно. Итак, технической базы у нас достаточно для лечения больных коронавирусом именно в тяжелой степени. В среднем 900 человек ежедневно пока госпитализируются по-прежнему в Петербурге. В понедельник эта цифра достигла 1000 и остается у нас порядка 4% свободных койко-мест, но по-прежнему у нас есть еще ресурс в Ленэкспо. Это вот ключевые, так скажем, цифры на конец этой недели. Еще один немаловажный момент. Уже в течение двух недель, даже дольше, мне кажется, число вновь выявляемых случаев остается в пределах 3700. Ну, там плюс-минус буквально. Что это означает? Что мы вышли на то самое пресловутое плато или что лаборатории элементарно работают на пределе и большее количество просто невозможно обработать тестов? Ну, я могу ответить на ваш вопрос о том, что лаборатории не вышли на свой максимум. Мы выполняли 2-3 недели назад, когда цифры регистрировались меньше, чем сейчас, тоже количество тестов. Поэтому я не связываю с мощностью нашей лабораторной службы данное количество фиксируемых ежегодно первично заболевших. Хочется надеяться, что действительно мы можем вести речь о том, что город выходит на некое плато. Но время покажет, потому что пока по уровню госпитализации мы все-таки видим, что в сравнении с предыдущей неделей рост госпитализированных взрослых пациентов продолжается. Угу. То есть мы когда... Я повторюсь, время покажет. То есть, когда мы говорим о выходе на плато, надо не забывать, что мы говорим не только о количестве вновь выявляемых случаев и количестве тех, кто выздоравливает, но еще и нужно учитывать важную цифру. Это то число пациентов, которые госпитализируются ежедневно. Я правильно понимаю?
Плато может быть для каждого показателя. Угу. Для впервые выявленных пациентов то, что вы приводили в качестве примера, является стабильной величиной в течение 2 или 3 недель. По числу госпитализированных рост в течение последних 3-4 недель составляет в среднем, наверное, я могу так говорить, около 4-5% в неделю. При этом примерно в конце октября, в начале ноября месяца мы отмечали от недели к неделе рост на 15% и даже на 20%. Поэтому, сравнивая текущий период с периодом месячной и полуторамесячной давности, можно говорить о том, что действительно рост замедлился. Угу. Это как минимум. Рост замедлился, но, к сожалению, при этом и количество вновь выявляемых случаев и госпитализации, если сравнивать с тем, что было у нас месяц назад, да, к сожалению, оно выросло. Ну что ж, перейдем к ключевой теме нашей сегодняшней беседы. В Петербурге началась плановая вакцинация от COVID. И вот здесь, Дмитрий Геннадьевич, давайте разъясним, кто имеет право на прививку от коронавируса и сколько пунктов сейчас работает, какова их пропускная способность. Если говорить о количестве работающих пунктов, то сегодня их 7. Сегодня начали работу из указанного числа 5 пунктов. Мы рассчитываем, что в понедельник уже таких пунктов будет в городе работать 20 штук. Что касается пропускной способности, то сегодня большая часть тех пунктов, которые начали функционировать, ну, собственно, 5 наших пунктов, они работают по большому счету в тестовом режиме, и мы рассчитываем, что каждый из них пропустит в течение дня от 20 до 30 пациентов. Необходимо наработать, что называется, навык, получить опыт для того, чтобы минимизировать временные затраты и постараться в течение рабочего времени прививать максимально возможное количество пациентов, не забывая, естественно, о мерах безопасности. Угу. Итак, к понедельнику у нас должно заработать уже 20 пунктов вакцинации от коронавируса. Пока в тестовом режиме, но тем не менее от 20 до 30 пациентов, точнее человек, по счастью, не пациентов, готовы принять пункты. Но еще важный момент, кто у нас сейчас имеет возможность, вот пока, пускай даже в 5 пунктов, в понедельник в 20 пунктов, кто имеет возможность прийти и получить ту самую заветную прививку от коронавируса? Пока мы говорим о медицинских работниках, о педагогах и о работниках социальной службы. Угу. Но на следующей неделе, по мере ввода в работу по вакцинации новых пунктов, а как мы помним, губернатор говорил о том, что до конца месяца мы запустим порядка 70 пунктов, и мы это выполним, естественно, когорты наших жителей, которые будут вовлекаться, расширится в соответствии с календарем прививок. Это в том числе и работники транспортной сферы, работники сферы обслуживания, сотрудники полиции, то есть все те, кто контактирует с широким кругом лиц. Угу. Чуть подробнее на этом обязательно остановимся, именно на очередности, на возможностях записаться, попасть на вакцинацию от коронавируса обязательно, но несколько позднее сейчас Ольгу Сергеевну хочу подключить к беседе. Ольга Сергеевна, знаю, что вы сейчас как раз находитесь в поликлинике номер 68 курортного района, и знаю, что она с 7 октября как раз занимается тем, что делает прививки от коронавируса. Сколько человек за это время удалось привить и сколько из них уже прошли оба этапа вакцинации? Потому что, напомню, для телезрителей необходимо сделать вначале одну прививку, а потом вторую. У нас прошло более 200 человек, и где-то половина из них получила уже 2 этапа вакцинации. Угу. Сразу же возникает вопрос, а какая была реакция на вакцину и после первой прививки, и после второй, возможно, были какие-то тяжелые случаи? Как после укола себя вакцина проявляет? Реакция на вакцину была ожидаемая, то есть, безусловно, часть людей имеют поствакцинальную, нормальную поствакцинальную реакцию, которая, согласно инструкции, может длиться до 48 часов, может выражаться в гипертермии, в слабости, в головной боли, в миалгиях,
хорошо купируется жаропонижающими противовоспалительными средствами. И по моим пациентам, которые прошли через наш пункт вакцинации, ни у одного человека сверхнормальной реакции ничего не было. Угу. То есть абсолютно нормальная поствакцинальная реакция. И даже если повышение температуры, то спокойно можно снижать ее с помощью таблеток. Ну так, если упрощенно говорить. Еще такой момент. Вот уже Дмитрий Геннадьевич сказал, что пока те пункты, которые работают у нас в тестах, работают они в тестовом режиме, принимают от 20 до 30 человек. Тот пункт, который в курортном районе, раз уж с 7 октября, сколько человек сейчас в среднем удается вакцинировать за сутки? Мы начинали с вакцинации медицинских работников. Безусловно, в первую очередь прививались работники ковидных стационаров, отделений реанимации интенсивной терапии, находящихся непосредственно в прямом, ежедневном, тесном контакте с пациентами. Их было определенное количество. Вот, когда с сегодняшнего дня мы начали прививать сотрудников образовательных учреждений в плановом порядке, включение в этот список сотрудников учреждений соцобеспечения, то, по моему мнению, там 30-50 человек в день – это обычная в нормальном спокойном режиме возможная пропускная способность. Итак, с этого дня принимаются уже не только медики, но еще и сотрудники образовательных учреждений и также социальные работники. Дмитрия Геннадьевича вновь хочу подключить к беседе. Дмитрий Геннадьевич, а каковы предварительные, так скажем, результаты вакцинирования медиков? Сколько человек сейчас уже привито и все ли они прошли оба этапа? По состоянию на вчерашний день было привито порядка 400 человек. Несколько меньше, и они были все преимущественно медицинскими работниками. Примерно половина из них завершила цикл вакцинации полностью. Угу. Уже половина завершила цикл вакцинации полностью. Вот сразу возникает вопрос, те медики, которые уже переболели коронавирусом, им тоже делали прививку? Я знаю, что были и такие медицинские работники, которые переболели, и им выполнялась тоже вакцинация. Угу. То есть здесь какого-то теста на антитела не делалось как-то из серии «Вот у вас в мае уже был коронавирус, можете подождать следующей партии вакцин», такого не было? На самом деле, до последнего времени, когда темп вакцинации был невелик, и, собственно, требовалось действительно по рекомендациям Министерства здравоохранения выполнять тестирование на антитела. Это проводилось всем. И допускались до вакцинации те медицинские работники, у которых антитела отсутствовали. Но сейчас, с начала массовой вакцинации, ориентируясь на инструкцию к вакцине, требования к проведению тестирования на уровень антител, либо даже выполнение ПЦР-исследования не является обязательным. Поэтому широкому кругу лиц при начале массовой вакцинации мы это выполнять не планируем. Ольгу Сергеевну хочу вновь вернуть к беседе. Вот уже прозвучала информация о том, что даже если человек переболел коронавирусом, тем не менее, все равно не обязательно делать тест на антитела, можно делать прививку. Вот здесь, так скажем, какого-то контрвзаимодействия тех антител, которые, возможно, остались после болезни коронавирусом перенесенной и после вакцинации не произойдет, одно другому, так скажем, не помешает? Нет, не помешает. Мы имеем многолетний опыт вакцинации от различных других инфекций, таких как грипп, вирусные заболевания, гепатит, корь. И мы вакцинируем людей, даже если они когда-то переболели этим заболеванием. Вакцинация в этом смысле безопасна, самое главное. С телами не имеет. А можно ли сразу выходить на работу после того, как сделали первую прививку? И сколько времени проходит между первой прививкой и второй? Да, конечно. То есть никаких ограничений по образу жизни человека вакцинация не имеет. То есть человек продолжает свой образ жизни, который он вел и до этого. То есть если он работал, он продолжает работать. Если он находился в изоляции, берег себя, он также точно продолжает свой обычный распорядок дня.
То есть здесь ничего такого нету. Безусловно, иммунный ответ формируется постепенно. Вакцина состоит из двух компонентов. Первый мы вводим, второй вводим через 21 день. Они разные, то есть иммунитет будет сформирован при комплексном воздействии именно двух компонентов вакцины. Но, опять-таки, в процессе формирования этого иммунного ответа человек соблюдает обычные, рекомендованные противоэпидемические меры. То есть я правильно понимаю, что те медики, которые вот как раз 7 октября делали прививки от коронавируса, они не переставали работать, продолжали, собственно, взаимодействовать в том числе и с пациентами. Угрозы здоровью, несмотря на то, что вот там, может быть, как-то ослаб иммунитет или еще что-то, не было. Я правильно понимаю? Конечно, нет. Угу. Это самое главное, что вот как раз какого-то ослабления иммунитета на период, пока первая прививка сделана, и затем мы ждем вторую, этого ослабления нету, можно продолжать работать и жить дальше. Итак, помимо медиков, вакцинировать от коронавируса начали еще и педагогов. Вот как проходит долгожданная прививочная кампания в нашем следующем материале. Первый пункт вакцинации от COVID-19 сегодня открылся в Выборгском районе Петербурга. В поликлинике номер 117 начали прививать педагогов и медицинских работников. Пока район получил 100 доз препарата. Это двухкомпонентная вакцина «Гам-ковид-вак». Она вводится в два этапа с интервалом в 21 день. Всего за час успевают принять только 4 человека. Перед процедурой необходим обязательный осмотр врача. Выдается памятка пациенту, где есть информация о вакцине. И есть также информация о том, что должно быть перед прививкой, да, то есть какие-то риски, если есть, то исключается вакцинация, и какие могут быть побочные эффекты от данной прививки. Вот это все вы мне выдали на руки, чтобы я ознакомилась, и также написали дату следующего этапа вакцинации, это будет 11 января. Уже завтра Выборгский район ожидает поступления очередной партии препарата. А в понедельник на территории района откроются еще 6 пунктов для вакцинации в каждой взрослой поликлинике. Помимо медиков и педагогов, прививать от коронавируса начнут работников автотранспорта, водителей и кондукторов, а также сотрудников правоохранительных органов. Добавлю, что с понедельника в городе начнет работать уже 20 пунктов по вакцинации от коронавируса. Дмитрий Геннадьевич, а сколько педагогов планируется привить и сколько уже записалось? А самое главное, по какому принципу вообще они отбирались? Потому что пока доз вакцины немного, а учителей в нашей культурной столице немало. На самом деле мы не вводим каких-либо критериев, кроме тех, которые указаны в инструкции, в рекомендациях Министерства здравоохранения. Это возраст от 18 до 60 лет, отсутствие заболеваний, которые являются противопоказанием для вакцинации, отсутствие признака инфекционного заболевания, убедиться в том, что потенциально прививаемый или вакцинируемый не принимает лекарственные препараты, которые подавляют иммунитет. И любой человек, который не соответствует этим критериям исключения, может вакцинироваться. В настоящее время городом получено порядка 5900 доз вакцины. Да, это небольшое число действительно вакцины, но мы рассчитываем, что в ближайшее время Министерство здравоохранения, принимая во внимание все-таки население Санкт-Петербурга, о том, что заболеваемость коронавирусной инфекцией высока, представит городу дополнительное количество вакцины. Могу сказать, что одномоментно акционерное общество «Фармбаза» готово принять до 150 тысяч доз вакцины, поэтому я думаю, что нет никаких ограничений сейчас в том, чтобы записывать всех желающих педагогов на вакцинацию. Если не сейчас, то до конца года, либо в начале года мы сможем привить всех. Вы раз уже заговорили о том, что в ближайшее время все-таки город рассчитывает на получение дополнительных доз вакцины от Минздрава. Я правильно понимаю, что сейчас сделан некий запрос Минздраву Российской Федерации на дополнительные дозы вакцины? И если да, то какое количество и когда можно ожидать Петербургу? Я не могу сейчас сказать доподлинно, когда и какое количество придет. Мы действительно направили запрос по нашей потребности на ближайшее время для того, чтобы вакцинировать приоритетные категории. Запрос превышает 150 тысяч доз, поэтому мы с нетерпением ждем, когда поступит эта вакцина, для того, чтобы, как я сказал, не отказывать ни одному желающему из приоритетных групп.
Угу. Ну вот раз заговорили о приоритетных группах, хотя бы примерно понятны сроки, когда будут вакцинироваться другие категории граждан, имеющие право на именно плановое вакцинирование от ковид, когда будут прививать тех же работников транспорта, категорию 65+, в этом году, в следующем? Я, может быть, повторюсь, но все зависит от того, какое количество вакцины поступит в город. И пока мы имеем 5 с небольшим тысяч, да, естественно, мы прививать обязаны именно те группы риска, которые подвергаются потенциальной возможности заразиться наиболее часто. И все зависит от того, когда та самая доза вакцины, которую город запросил, придет, собственно, в Петербург. Еще узнаем об этом в ближайшее время. Я думаю, на следующей неделе станет понятно. Ну, я надеюсь, что на следующей неделе как раз в том числе мы еще отдельно как раз остановимся на теме вакцины от коронавируса и ее производства. Но это так, забегая немножко вперед. Начали мы говорить о том, что необходима определенная запись. Дмитрий Геннадьевич, разъясните, а каким образом можно записаться на вакцинацию от ковид, если я, к примеру, как раз сотрудник той самой образовательной сферы, через интернет, придя в поликлинику, сейчас уже есть какой-то алгоритм? Можно говорить о текущем алгоритме, который сформировался буквально в последние дни. С учетом того, что мы прививаем фактически организованные коллективы, педагоги, медицинские работники, сотрудники транспорта, сотрудники социальной сферы, это все те лица, которых можно записать централизованно в тех организациях, которые не работают. И мы используем именно этот принцип. Почему? Потому что нам принципиально важно обеспечить непрерывность процесса. Количество доз, которые содержатся в одном флаконе, предполагает необходимость вакцинации одномоментно, либо в течение 2 часов, 5 пациентов, назовем так. Поэтому нам важно убедиться, что все те жители, которые должны прийти в текущий момент времени, обязательно придут. Но при этом мы понимаем, что когда начнется массовая вакцинация, когда будут привиты организованные группы, когда мы уже будем предоставлять возможность вакцинироваться широкому кругу лиц, тогда будут подготовлены, и мы сейчас разрабатываем алгоритмы, как записи через интернет, так, через линию 122, я думаю, что это будет приоритетной формой записи. Ну, вот здесь, да, согласна, абсолютно очень важно проработать вот эту самую схему, что необходимо, раз один флакон рассчитан на вакцинацию 5 человек, чтобы все-таки та самая пока еще драгоценная во всех смыслах вакцина от коронавируса зря не пропадала, чтобы это была четко организованная некая схема действий. Ольгу Сергеевну вновь возвращаю к беседе. А как, собственно, происходит сама вакцинация, да? Вот первый, второй шаг, что требуется? Может быть, какая-то подготовка? Сколько времени мне нужно заложить на то, чтобы прийти и сделать прививку? Какие-то, может быть, бумаги, документы, справки требуются? Безусловно, люди приходят в поликлинику на вакцинацию, как в медицинское учреждение, с документами. То есть это паспорт, полис или свидетельство СНИЛС. Перед прививкой человек заполняет документы, то есть он заполняет анкету, заполняет добровольно информированное согласие, получает памятку о вакцине, ему разъясняется все по процедуре вакцинации, проводится медицинский осмотр, осуществляется допуск с учетом всех имеющихся факторов непосредственно к самой прививке. Дальше человеку выполняется вакцинация. 30 минут после введения препарата человек находится в медицинском учреждении под наблюдением для профилактики каких-то нежелательных явлений. И, в принципе, в этом все. Потом дальнейшие все данные о вакцинации заносятся в Федеральный регистр вакцинированных. Затем как-то прослеживается состояние тех, кто прошел как раз вот первый этап вакцинации, первую прививку сделал. Может быть, там, я не знаю, нужно звонить в регистратуру, сообщать, как я сейчас себя чувствую, есть температура, нет температуры. Поскольку мы работаем с федеральным регистром вакцинированных, каждому человеку приходит уведомление в личном кабинете госуслуг
о информировании о том, что он получил вакцинацию. Также предложен вариант заполнения дневника самонаблюдения. И сотрудники медицинской организации, которые имеют доступ и вносят эти данные в регистр, имеют возможность посмотреть в этой программе все те данные, которые сам человек пожелал внести о своем состоянии здоровья, о наблюдении. Угу. Ольга Сергеевна, вопрос вам не просто как иммунологу, но еще и как аллергологу. А если у меня аллергия, возможная на те или иные препараты, в том числе медицинские, здесь что делать? Можно ли ставить прививку от коронавируса или есть какие-то ограничения? Но каких-то особых ограничений, безусловно, нету. Аллергические реакции у любого человека могут возникнуть на огромное количество факторов, абсолютно непредсказуемо. Здесь такой момент. Вакцина GAMCOVID-2CoV является векторной вакциной, то есть это аденовирус 26 или 5 серотипа, на который присоединен, можно так сказать, поверхностный S-белок коронавируса. Соответственно, как такового частого, скажем так, вещества, как белок-носитель, как, допустим, на других инактивированных вакцинах, с которыми мы работаем по национальному календарю, нету. В моей практике, по тем людям, которые прошли через мой осмотр, ни у одного человека никаких аллергических реакций не было. Вот, да, из той сложной формулы, которую вы сейчас, мне кажется, частично озвучили, как, из чего состоит вакцина «Спутник Ви», вакцина от коронавируса, ключевое, что я для себя поняла, все-таки в большинстве случаев, если даже я аллергик, вакцина для меня максимально безопасная, последствий каких-то быть, по крайней мере, не должно. В продолжении разговора важность вакцинации от коронавируса отметил и президент России. По словам главы государства, на данный момент это самый очевидный способ остановить распространение инфекции. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, это массовая вакцинация. Именно она должна создать такой общенациональный популяционный иммунитет. И повторю еще раз, наша вакцина эффективная и безопасная. Поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться. Итак, даже несмотря на заверения главы государства об эффективности и безопасности вакцины, увы, по-прежнему есть те, кто сомневается в необходимости прививки от COVID-19. Сейчас мы прервемся на рекламу, на короткую рекламу, после которой обязательно постараемся развеять наиболее частые мифы и слухи вокруг вакцины от COVID-19. В прямом эфире программа «Петербург против коронавируса». Сегодня говорим о плановой вакцинации от коронавируса. Но по-прежнему очень много вопросов и слухов вокруг вакцины от COVID-19. Какие чаще всего задают петербуржцы, знает моя коллега Александра Иванова. Саша, тебе слово. Ира, в первую очередь я бы хотела отметить тот важный факт, что даже если вам была сделана прививка от коронавируса, это не отменяет необходимости использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Кстати, на днях об эффективности ношения масок с целью защиты от COVID-19 заявили финские ученые, которые создали робота, умеющего дышать, чихать и кашлять. Изобретение представляет собой искусственную человеческую голову с подключенной к ней баллоном с жидкостью. Когда она делает вдох-выдох, кашляет или чихает, с помощью компьютерного моделирования ученые получают сведения о том, как маски и воздухоочистительные фильтры влияют на распространение выделяемых роботом капель, сколько они держатся в воздухе и так далее. В результате исследования было установлено, что маски сокращают дистанцию распространения облака капель при кашле, чихании. Таким образом, риск заражения коронавирусом значительно снижается. Поэтому, пожалуйста, обязательно используйте средства индивидуальной защиты, ведь так вы бережете и себя, и окружающих. Я хотела бы озвучить несколько вопросов от петербуржцев по нашей сегодняшней теме. Все они опубликованы в группе Комитета по здравоохранению в социальной сети ВКонтакте. Начну, пожалуй, с самого популярного, задают чаще всего. Пишут, что возрастной порог для вакцинации от коронавируса с 18 до 60 лет. При этом тем, кому необходимо соблюдать самоизоляцию, возраст должен достигать 65 лет. А как же быть тем, кому от 60 до 65? Получается, им и прививку делать не нужно, и соблюдать самоизоляцию тоже не нужно.
Еще один вопрос, такой, наверное, бытового характера. А можно ли до и после прививки от коронавируса потреблять алкоголь? Такие вопросы я передаю нашим экспертам и слово студии. Спасибо, Саша. На самом деле, животрепещущий вопрос в предновогодние дни. Обязательно адресую их экспертам. Но прежде, по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, в нашем городе работает единая региональная информационно-справочная служба 122. Звонок бесплатный, как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Номер сейчас на ваших экранах. И еще один важный номер, в особенности для тех, кто входит в группу риска из-за коронавируса, кому не рекомендовано лишний раз выходить из дома, лиц с ограничениями по здоровью, пожилых людей. Для вас в Петербурге работает волонтерская служба «Мы вместе». По телефону 8 800 234 11 можно обратиться за помощью в доставке необходимых продуктов питания и лекарств. С 5 октября на портале «Мы вместе» зарегистрировались 1126 петербургских волонтеров. Выполнено 2281 заявка. Ну и возвращаемся к главной теме нашего эфира – вакцинация от коронавируса. И переадресую вопросы нашим экспертам. Дмитрий Геннадьевич, вот беспокоятся люди старше 60, но не достигшие 65. Как же так? Самоизоляция им еще не положена. Вакцинация от коронавируса тоже прошла мимо. Почему? Что делать? Что касается того тезиса, что вакцинация прошла мимо, не так. Буквально неделю назад совещание, которое проводилось Министерством здравоохранения и было посвящено всецело начинающейся вакцинации, было заявлено коллегами, что уже ведется работа в отношении расширения показаний для вакцинации, я имею в виду прежде всего расширение возраста жителей, которые могут получить вакцинацию. И я думаю, что с учетом того темпа, как работает Министерство здравоохранения, Росздравнадзор в последнее время, если не до самого Нового года, то сразу после него когорта пациентов, которые могут подвергаться вакцинации, расширится, и жители до 65 лет тоже могут получить эту вакцину. Ну, будем надеяться, на самом деле, что так и произойдет, потому что достаточно активная группа населения, которая по-прежнему и ходит на работу, и общается с родственниками, у многих есть внуки, поэтому, да, очевидно, что как раз они тоже нуждаются в дополнительной защите, не только в виде средств индивидуальной защиты. Второй вопрос. Можно ли до и после прививки от коронавируса употреблять алкоголь? Переадресую нашему второму спикеру. Ольга Сергеевна, хочется услышать экспертное мнение. Да, нет, если нет, то как долго? Потому что, я так понимаю, прям этот вопрос многих ставит перед выбором даже еще до начала массовой вакцинации. Но злоупотребление спиртными напитками ни одному человеку не идет на пользу. Это, наверное, здоровый образ жизни, это рекомендации всех врачей в любой эпидситуации, в благоприятной и в неблагоприятной. Что касаемо употребления каких-то алкогольсодержащих продуктов совместно с применением любого лекарственного средства, в том числе иммунобиологического лекарственного препарата, вакцины, то есть это снижение эффективности лекарственного препарата и увеличение риска каких-либо побочных эффектов. Безусловно, рекомендуем в течение, ну, как минимум 3 дней после вакцинации, ну, в день вакцинации, после воздержаться от любого употребления. Угу. В день вакцинации, в течение 3 дней после прививки, и на первом этапе, и на втором, лучше все-таки от любого количества алкоголя воздержаться, дабы не навредить себе. Дмитрий Геннадьевич, ну вот уже начали мы говорить, к сожалению, не секрет даже по тем вопросам, которые звучали, что у нас определенное настороженное все-таки отношение к вакцине, даже к вакцине от гриппа, не говоря уже о вакцине от коронавируса. Как будут убеждать людей, что она эффективна и безопасна? И требуется ли это? Или сейчас у нас такой ажиотаж вокруг как раз вакцины от COVID-19, столько желающих, что и убеждать никого не надо? Ну, мы уже говорили о профиле безопасности этой вакцины. В принципе, все эти вакцины, в основе которых используется аденовирус, доказали уже за 20 лет их использование, что действительно эти вакцины безопасны, и опасаться возникновения каких-то нежелательных реакций не приходится. Но что касается, скажем так, убеждений, я думаю, что пример тех наших жителей, которые начали прививаться сейчас и будут получать вакцины в ближайшие дни,
убедят и остальных, что это безопасно, но то, что необходимо, мне кажется, об этом рассуждать и не приходится. Это, пожалуй, один из основных, или если не единственный способ в течение короткого времени оборвать пандемию. Ну, на самом деле, именно в течение короткого времени, если мы хотим все-таки вот избавиться от этого обязательного ношения средств индивидуальной защиты, то без чего пока мы не представляем свою жизнь, свое передвижение в каких-то общественных местах, да, это как раз вакцинация от коронавируса. Ольгу Сергеевну вновь подключаю к беседе. Сразу несколько тут тоже вопросов возникает. С какого возраста можно прививать детей? Знаю, что многих этот вопрос интересует, хотя пока у нас только с 18 лет плановая вакцинация, да? И что с беременными женщинами? Есть ли, возможно, в планах вакцинация этой категории или им все-таки вакцина противопоказана? На данный момент этот вопрос однозначный. Инструкция к препарату подразумевает вакцинацию взрослых людей с 18 лет. То есть никаких исследований, никаких разрешительных документов на использование вакцины гамковирусовак у детей нету. В планах это вопрос, наверное, к производителю, когда-нибудь, наверное, это будет сделано, но это не вопрос сегодняшнего дня. Угу. По беременным аналогичная ситуация, никакого исследования на беременных женщинах не было, нет беременным, она не вводится. Еще такой момент. Есть ли какое-то понимание, информация, как долго будут сохраняться антитела после прививки и когда они вообще начинают вырабатываться? После первой прививки или только после второй? Может быть, вот уже наблюдали. Кто-то из коллег-медиков делал тесты ради любопытства. Ожидаемая длительность антител мы можем сослаться, наверное, на мнение экспертов, разработчиков Института Гамалеи. По их мнению, антитела будут держаться поствакцинально около 2 лет. Но говорить об этом 100% рано, поскольку еще ни один человек эти 2 года после вакцинации не прошел. По поводу выработки антител, вакцина не зря сделана двухкомпонентная, то есть, безусловно, она начинает работать сразу, антитела начинают вырабатываться потихонечку, постепенно после вакцинации. Есть люди, которые отвечают сразу на первый компонент, и уже какие-то антитела у них есть через 21 день после первого введения. Есть люди, которые не отвечают на первый компонент, и выработка антител у них устойчивая уже через 21 день после второй вакцинации. Через 21 день после второй вакцинации уже устойчивый иммунитет. Ольга Сергеевна, спасибо, простите, остановлю вас. Времени у нас совсем немного остается, а хочется еще Дмитрия Геннадьевича в финале подключить с очень важным, на самом деле, вопросом. Очень много сейчас скепсиса, в том числе и от коллег-журналистов, относительно готовности нашего города именно к массовой вакцинации. Вот давайте проговорим, готов ли сейчас город именно к началу масштабной вакцинации и удастся ли все-таки развернуть все 70 пунктов до конца года? Несомненно, удастся. Я не понимаю, почему возникает этот скепсис. Санкт-Петербург в назначенный срок к 15 декабря завершил массовую вакцинацию против гриппа. Привито более 3 400 000 жителей. Поэтому сомневаться в том, что мы сможем организовать надлежащим образом в том же количестве вакцинацию против коронавирусной инфекции, не приходится. Угу. А сейчас вот знаю, что были вопросы, связанные с закупкой холодильного оборудования, которое требуется как раз для пунктов вакцинации. Сейчас удалось эти закупки, может быть, ускорить? Да, эти закупки осуществляются, уже поставлено в город сейчас более 90 подобных морозильников. Будет поставлено в ближайшие дни еще порядка 60. И, соответственно, с учетом тех приборов, которые уже поставлены, все 70 пунктов будут к концу недели оборудованы надлежащим образом.
Самое главное, город готов к массовой вакцинации, и в ближайшее время как раз все заявленные пункты будут открыты и начнут действовать. Вы смотрите программу «Петербург против коронавируса». Губернатор города Александр Беглов сегодня принял участие в благотворительной акции «Дерево желаний» в Петербурге. Ее проводят ежегодно накануне новогодних праздников, и любой из нас может купить подарки детям с ограниченными возможностями, малышам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Губернатор снял с елки, установлены в Смольном, сразу 3 открытки с детскими новогодними мечтами. Все, кто хочет помочь нашим детишкам, могут взять одно пожелание, могут 2 пожелания. Одно из них – это Малика, 10 лет девочка, она попросила интерактивную игру. Я думаю, Малика, обязательно Дед Мороз подарит тебе такую игру. Губернатор подчеркнул, дети не всегда просят у сказочного волшебника одежду и игрушки. Так будущий выпускник одной из школ попросил удачи на предстоящем ЕГЭ и дополнительные книги, чтобы лучше подготовиться. Ну а больше всего Александр Беглова тронуло пожелание маленького пациента онкоцентра. Он попросил для всех здоровья. Добавлю, что принять участие в благотворительной акции легко. Полный список детских пожеланий опубликован на сайте проекта. Адрес сейчас на ваших экранах. Ну и там же можно ознакомиться с подробной инструкцией, как отправить подарок. Вы смотрели программу «Петербург против коронавируса». Все это время на связи со студией были председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец и врач-аллерголог-иммунолог городской больницы номер 40 Ольга Архипова. Уважаемые эксперты, я благодарю вас за уделенное время, за ваши компетентные ответы. На этом прощаюсь и напоминаю о необходимости носить маску в общественных местах. Не забывайте менять маску каждые 2-3 часа и не используйте одноразовую маску повторно. В студии была Ирина Степанова. Берегите себя. We'll be right back.